Всем привет, вы на канале RM Play. Мы продолжаем заниматься строительством Best of Bermuda на нашем сервере. Сейчас мы его найдем. Вот он. Sinister World. Сейчас там два человека играет. Приглашаю всех на сервер. Заходить, играть, развивайтесь. Проститесь. А мы сейчас будем строить вот эту пещерку, улучшать точнее. Вон я уже нахожусь с кем-то в пати даже. Орион Лео, наш ивент-мейкер. Нам, кстати, требуются модераторы и ивент-мейкер. Если есть у кого-то желание, пишите заявочку. Мы это все дело обговорим и примем вас в нашу команду. А сейчас давайте начнем. И в конце видео, в самом конце видосика, я покажу, что я вчера построил сам. 2 часа делал это все, сидел очень долго, но вроде вышло охрененно. Но, по крайней мере, одному игроку уже понравилось. Это уже хорошо, для меня это важно. В самом конце видосики я вам покажу. А сейчас давайте займемся этой пещерой. Она у нас тут лысая, тут на ней ни хрена нет ничего. Так, убираем консоль тут. Она у нас лысая, на ней нет ничего, на этой пещерке. Сейчас мы попробуем попендюрить воду. Воду попробуем поставить. У меня с водой, конечно, не получается ни хрена, но сейчас попробуем. Берем воду. Но так, видите, она так не ставится. Ну, не хочет она просто, видишь, ну, по-дурацки как-то получается. Давайте попробуем ее на камень установить. Выйдет у нас, нет? Сейчас попробуем это сделать, потому что она так не устанавливается. Не знаю почему. Может, я что-то не так делаю, но она неправильно делается. Мы сейчас тогда попендюрим вот такой вот камешек вот сюда, да? Чтобы люди, если тут афкашили в этой пещерке, они могли взять водички попить и так далее и тому подобное. Тек. Вот так вот сейчас вот тут вот так заделаем. Сейчас я заделаю все. Вот так вот. Может быть, она ставится на камень, я не знаю, просто херово. Сейчас попробуем тоже. Так, все. Втыкаем воду нашу. Ну почему-то она не ставится. Ландшафт надо какой-то или еще что-нибудь херзное. Не знаю, есть такая мутная. Но ее не видно, почему-то не видно. Ладно, хер с ним, давай по-другому. Кстати, типа комментариям прочитал я. Писали, типа, как строить. Вот. Пишите вот эту команду, нажимаете Enter. Это вы, соответственно, уходите в Invis. В Invis нажимаете английскую букву X, и все, у вас открывается вот такое меню для стройки, делаете. Ну тут, соответственно, минимальный размер объекта, максимальный размер объекта. Ну это вот подогнать под ландшафт, то есть на бок там инкисик, найкисик и так далее. Ну вот эту кнопку не нажимайте, потому что если у вас есть какие-то постройки, вы ее нажмете, вы удалите вообще все, что вы делали. Но это будет очень жестко. А если вы хотите удалить, сейчас я вам покажу, как это сделать. Ну-ка, я вот так сейчас попробую. Нет, ну не хочет она. Для удаления своих построек
ну, чисто вот техны, которые вы неправильно впендюрили, делаете вот так просто и удаляете. Вот смотрите, раз, раз, все, нет, чисто. Так, давайте теперь думать, почему у нас не ставится вода. Для нее нужен, наверное, какой-нибудь ландшафт, правильно? Давайте что-нибудь поищем на слово ландшафт. Что-то тут нет, ни пизды, ничего, да? Ландшафт. Есть что-нибудь у нас? Ну, это какой-то дурацкий ландшафт. Прямой есть какой-нибудь, нет? Ландшафт, ландшафт. Это что у нас такое? А, вот, да, ландшафт. Я не знаю, может, как на него она делается, хер его знает. Не, это какой-то грасс вообще. Ландшафт. Ну, это вот кубы делаются, да? Вот, конечно, с водой у меня проблем. Я не знаю, как ее правильно ставить. Ну, это уже говно какое-то пошло. Для нее, наверное, надо что-нибудь такое. Плиты какие-нибудь, наверное, да? У нас тут где-то были плиты, плиты. Это что у нас такое? А, вот они сейчас вот тут должны быть. Вот. Интересно, ну, на эти плиты она сможет пиндюриться, нет? Максимально давай двоечку поставим. Ну, ну давай попробуем на плиты ее поставить. Выйдет у нас, нет? Не, лучше, наверное, один на один, чтобы они были одинаковые. Да вот так сейчас прям пофигу. На ставим их. А лучше всего вот так вот вообще. Ой, как много-то. 500 давай. Ну, это чисто такой пробный вариант, можно сказать. Плиты этих давай вот сюда сейчас. А, не, а вон они делаются вот так вот только, да. Я их еще сейчас быстро удалю. Ну, посмотреть просто. Ну, она же должна на что-то ставиться, правильно? Не. Говно вообще. Говнище. Еще то. Соответственно, удаляем то, что мы тут натворили чудес. Так, давай попробуем подогнать ее под это. Ну, под уровень. Сейчас, может, где-нибудь вот здесь она, может, станет, нет? Ну, половина вот появляется, но половина нет как-то. Тут вот вообще она пропадает куда-то. Отключить вот так ровно, просто попробовать поставить. Не, ну вот здесь вот делается, видишь, типа как-то миниатюрно так где-то ставится, видишь, где-то нет. Может, как тут подогнать ее. Ну давай сейчас вот эти все попробуем. Не, не то. Ну, это понятно, под ландшафт. А это что у нас такое? Тоже не, да. Под нее, наверное, должна быть специальная местность какая-нибудь. Это по-любому надо для нее сначала чем-нибудь выстроить. С этим делом надо будет разобраться. Так, а чё, давай сейчас вот сюда вот
Захреначимся здоровый камень, прям такой. На него поставим кристалл, там еще чем-нибудь. Красиво, наверное, будет. Ну, давай попробуем сейчас. Водяной вот такой камень, да? Такой прям пиздец какой надо. Здоровый. Сейчас. Опять. Ух ты, ёпарасы. И он какой большой. Не, это больно сильно. Больно здорово. 4 давай. Нет, тоже большой. 3. Вот такое вот, да? Сейчас. Ой, нифига себе. Откуда ты такой взялся, ты? Максимальный. Тоже 3 давай. Не, больно большой. Не-не-не, плохо, плохо. Некрасиво. Не, для удаления вот это надо. Размер надо больше. 1000, наверное. Ты чё не удаляетесь-то? Чё, прям самый низ надо дать. Либо он уже удалился, и она просто, как обычно, забагалась. Как с этими, со грибами то же самое. Я их удалял, удалял. О, все, удалились. Они удалились все, а на самом деле мне показывало, что они есть. Я потом в игру перезашел, и все, они все исчезли. Не-не-не-не, бун большой. Здорово, какой-то камень такой. Не, в пещере вообще на камень, по сути, нафиг не надо, да? Давай сделаем один. И один. Все. Да. Камни здесь не нужны. Так, а чем тогда сюда поставить? Ну-ка, если взять портал. Смогу ли я сюда впендюрить портал, мне интересно. Да, смотри-ка, могу. Вот так вот, если я его сюда поставлю, и куда он будет тэпать, мне интересно. Вовнутрь кубуша, получается, да? Это другой у нас тут, у нас другой портал, не этот. Вот он надо, да. Не этот. Тоже не этот. Мы какой тут у нас, какой портал мы поставили? Он может и удалился, конечно, просто. Во, все. Не показывать ни хрена. Так. Я знаю, что мы сейчас тут впендюрим. Сейчас мы попробуем в новом строительстве себе, да? Где у нас тут арки? Пинг. Ой, что такое пинг? А, все понял. У нас где-то арки тут должны быть. Арки, руны, руны. А, во-во, да. Эту арку. Нет, я не арку, мне нужно на колонну сначала.
Давай сейчас испытаем. Все дело испробуем. Так, давай вот так сделаем. Пробную чистую версию ставим в воду. Соответственно, давай подгоним под рельеф. Давай вот так вот делаем. У нас получается такая колонна, да? Чё-то какая-то она вся пьяная и кривая. Ну-ка, а пожирнее есть какие-нибудь? О, пожирнее балочки такие вот, да. Давай вот это уберем, чтобы она тут не кривлялась ни хрена. Так, давай пониже спустимся. Поровней, давай, давай попытаемся. Так, сейчас. Вот. Вот так вот. Ну, вроде более-менее нормально. Так, давай сейчас на нее положим плиту. Это колонны, это что у нас такое? Балками какие-то лежащие. Где у нас плита? Плита. Не вижу плиту, нифига. Плита нужна. Она выше, значит, что ли? Где плита-то? Блин, были же тут. Плиты, плиты, плиты. Смотрим, плита, 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 кумс, аркса. Тут у нас кубики какие-то, на кубики мне нафиг не нужны, это арка. Камень. Давай напишем тогда плита. Да, что-то какой-то хрень вообще. Ну, а вот тут вот должно быть. Это колонна, тоже колонна. Вот плита. Рунус пропс. Так, знаете, я что хочу поставить? Вот плиту сюда надо здоровую прям. Давай 4. Максимально 6 будет, да? Здоровую плитку сейчас вот так вот, да, положим. На 2-2 вот так вот будет, да? Так, а если вот так вот подогнать? Вот так вот. Вот так вот. Маленькие только бы какие-то появляются, да? На пофиг, сейчас сделаем так. Давай выделываем плиты. Где-то большие, где-то маленькие. Вот такая вот у нас получается, да? Хорошая крупная плита. Ну, они, конечно, маленько уезжают. Их бы все поставить одинаковые, чтобы
не прыгали больше, меньше. Ну вот как есть, они все одинаковые, так должны быть. Ну я хер, значит, какая-то хрень получается, да? Давай, надо прям одну, но такую здоровую впендюрить. Давай сейчас попробуем от 44. Вот одну, я говорю, ну здоровую. Так, давай выше поднимемся. Так вот еще раз. Пипец, она лошадиный. Не, это все хрень. Это некрасиво все получается. Так. Давай сейчас вот это попробуем. Нет, удалить нам наоборот. Все, вот это все удалили. Давай тогда сюда поставим здоровый кристалл сейчас. Но это все-таки пещера. Можно было, конечно, что-нибудь получше придумать. Так, где у нас тут кристалл, кристалл, кристалл? Это один кристалл, а один не надо. Вот такой вот, да. Чтоб его не могли съесть. Такие вот сейчас сюда впендюрим кристаллички. Острые такие шипы. И маленькие будут. Застроим, заделаем вот так вот. Кристаллами сейчас сюда, да? Так, ну давай разный каким-нибудь. А давай один. Вот один. Жесткий один кристалл. Вот сюда вот можно? Да, вот так вот один прям. О! Здоровый кристалл. А чё, нормально получилось, красиво. Мне нравится Стикс. Вот сюда вот давай, вот так вот тоже. Там кто-то пишет. Я знаю, я там Рекс утопил. Не, давай лучше поставим одиночный, да? Не вот эти вот, давай их удалим. И одиночный удалим. Я не понял, они у меня удалились или нет. Не
Нифига не удалились. Сейчас я их сам удалю. Так, вот сейчас сделаем. Так, давай мы их спустимся. Вот так вот сейчас просто пиндюрим тут. Чтобы были покрасивее, покрасивее было. Тут маленькие такие будут тоже. Вот так вот. Вот тут вот такой здоровый кристальчик. Вот, вот так вот, чтобы тут заделать пустое место. Сюда можно вот так вот сейчас наставим, напендюрим и кристалличков одиночных таких вот чисто. Вот все. Соответственно, надо сделать, чтобы они светились, правильно? Сейчас мы им добавим неона. Вот он, да. Как вот на самый низ можно пиндюрить, прям чтобы ярко было. Вот так вот, давай сейчас сделаем туда. Типа они подсвечивались у нас. Для мозга тут тоже будет охрененно прятаться. Сейчас мы вот так вот это все одно сделаем, чтобы оно все светилось. Тут я залагиваю здесь вообще жестко прям, да? О, сейчас нормально. Не-не-не. С этими светяшками что-то лаги какие-то. Во. Нормальнее, лучше не надо. Так, давайте что-нибудь нарисуем, да? Какой-нибудь рисуночек на скале. Ну давай, выделяйся, что ли, один-один, все маленько. Ну, художник из меня, конечно, такой, если сейчас попробуем что-нибудь. Где кристаллы? Сейчас из кристаллов что-нибудь нахреначим. Так, давай сейчас вот так вот. Я попробую. Художество, я. Так. Тут у нас получается такое. Тут гандон какой-то получился.
Гандонич какой-то, фу, жесть. Позориться не буду, удаляй быстрее. Не художники. Так, опа, водичка поднимается, да, уровень. Так, давай лучше сюда простых кристаллов для еды в пиндюре. Ну вот, вот такие вот. Сейчас вот давай вот это сразу возьмем вот так. Вот так их сейчас. Вот так вот. Много-много их. Пускай кушают, бафуются все, кто тут лежит. Не жалко. Вот здесь вот тоже сейчас маленько поставим. Ну, по кристаллам, я думаю, хватит. Потому что от одного этого кристалла самочувствие делается 20 сразу причем. Так, давай сейчас сюда чем-нибудь еще впендюрим. Так, смотрим. А мы смотрим, смотрим, что у нас тут вообще. Не вижу. Ой, что-то такое маленькое вообще. Мох. Кусты. Вот такие вот кустики. Давай так чисто это. Для разнообразия. Только чисто где кристаллы, чтобы типа это живая местность, все дела. Ну и для разнообразия давай не одинаковые, а разненькие в пеньюрим, да? Тут вот так маленечко настроим. Один давай вот так сейчас раз, раз кустики. Чисто где кристалл только. А всю вот эту пустую местность мы сейчас заделаем травкой. Ну не знаю почему, но мне почему-то лысые не нравятся, но такие чисто лысые вообще ни хрена нет. Надо, чтобы хотя бы травка была, еще чем-нибудь, вон кусты прям вот так вот. Все зайдет, все в кустах. Это будет перебор. Так, кстати. Можно лес тут вообще впендюрить. Но это уже, я думаю, будет перебор. Ракушки, это понятно, это не на демона. Кстати, да, давайте повесим где-нибудь у этого демона-то. О, сейчас вот здесь и впендюрим, ща. Увеличим до 3, мало. Максимум 5. О! Все, вот здесь можно его, да, вот так вот. Ой, шикарно будет прям смотреться. Ну вот тут только надо что-нибудь застроить его тогда. Вот так вообще. Смотри, какой демон будет, да? Крутяк. Так, сейчас я его подсвечу. Чтоб он светился, сейчас мы сделаем это дело все. Так, что лучше ему дадим? Какой лучший свет, точнее?
зеленый, либо такой вот. Ну, зеленый как-то вроде покруче, да, смотрится. Давай сейчас мы сюда впендюрим. Он ярко прям у меня, ярко-ярко светился. Сейчас я ему прям на рожу нахрена чего, смотри как. Круто, да? Вообще шикардос просто. Так, сейчас вот сюда тоже. Вот так вот. Ха-ха-ха, крутяк. Так, давай вот тут сейчас рядом тоже так сделаем. Ну все, демон прям светится. Только зеленый что-то не очень мне, да, попробуем другой. Но это вот обычный свет. И все такое вот. И есть вот такое вот. Более подходит, да? На троечку давай тут тоже сейчас. Раз, два, три. И на само лицо прям вот так вот все. На однерочку. Ну, вот так вот наиболее лучше, да, мне кажется. Или хуже. Да не, нормально вроде, да. Да, все, вот так вот оставим. Ну, а еще какие есть? Цвета какие? Так, сейчас посмотрим. Да не, вот так вот огонь, в общем. Все, 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 оставим так. Так, теперь кристальчики мы поставили, демонов пиндюрили, забубенили кустиков небольших. Что мы делаем дальше? На стены на эти, да? На стены я знаю, что нам пиндюрить. Светящиеся грибы сейчас. Они идут после кристалла, да? А ну-ка подогнать. Надо только здоровые какие-нибудь. Их не вижу вообще ни хрена. Давай 12. О, сейчас хотя бы бить стал максимум. Нет, 14, давай. Давай вот так вот берем. Делаем тыщенку. И где они? Не ставится ни пизды, сарик. Руками придется, да, все. А чё не ставится? Почему? А, вот, все, есть. Давай вот так сейчас все утыкаем, говорит, бочки метим. А почему через этот? О, делают все. Ну, через этот проще гораздо делать. Я просто больно далеко был. Вот я и не видел. Да, ближе он подъезжаешь, все видно, все нормально, огонь. Так, сюда давай грибочков сейчас везде сделаем. Ну, это пещера все-таки, там плесень, грибы, все дела. Да, вон, вот они все делаются.
их просто не видно. Блин, больно близко как-то. Есть тут все? Да, вроде нормально. Грибочки, грибочки светящиеся. Запендюрим, ну-ка, видно? Вроде нормально, ТХ. Так, тут есть. Правда, ни хрена не видно, так плохо вообще. Тут и есть, тут у нас тоже грибочки есть. Везде вроде есть, да? Ну да, вроде везде есть. Так, ну нормально. Так, смотрим, что нам сюда еще поставить. Надо что-нибудь пиндюрить. А, кстати. У-ху-ху-ху-ху-ху. Делаем маленькую. Не забываем про великов, чтобы они тут могли загорать, отдыхать, наслаждаться. Нет, нет, нет. Подгонять не надо. Так, давай им сейчас где-нибудь, знаешь, как вот здесь вот сделаю. Чтобы их никто не достал тут. Ну, тропы велые имели. Могли сидеть спокойно, тусоваться. Но это только для летунов. Ни для кого больше. Так, тут везде грибы, грибы, грибы. Вот сюда можно, да? Вот так вот пиндюрить. И тут вот так вот сделать. Ну и все, хватит, я думаю, да? Гнездо, например, велик будет делать. Еще что-нибудь. Это 10-й дек. С этим мы разобрались. Теперь хочу, знаете, что поставить? Водопад здесь. Ну, попытаюсь, конечно. Бац, вот он, да, водопадик. Льется такой красивый. Только его увеличить надо, он очень маленький. Двенадцать. Хороший водопад. Сейчас вот здесь прям пиндюрим, давай так. Смотри, какой классный. Льется бы, зараза. Так, давай подгоним по форме его. Не-не-не. Так не надо делать, он исчезает вообще. Давай 11. О, вот так вот давай его впендюрим сейчас сюда. Во. Только это, ну, откуда он льется, да? Непонятно. Ну, по сути, льется из скалы. Водопад, водопад, можно еще вот сюда вот. Не, одного хватит. Борсеть не будем. Так, это что у нас? Это у нас кольца. Телепортацию я еще пока вообще не разобрался, как она, что тут происходит с ней. Это типа, это, да, туман делается такой, да?
Что это такое? Это туман, да? Ну-ка, если я вот так его в пиндюре можем поставить? Ну да, типа это. Туманчик такой. Ну а что, нормально будет? Ну водопад он же ледяной, правильно? Правильно, соответственно, где он есть, копится иней, туман всякий. N10, вот так вообще огонь нормально. Вот уже более-менее что-то у нас выходит из этой пещеры, конечно. Не айс, но что смог, то сделал. Так, и ну это еще не все, не все еще. Так, давай по листве что-нибудь разберем. Блин, ну такие елочки маленькие можно, конечно, пиндюрить. Не, елочки это однотипно все, давай чем-нибудь другое. Что-нибудь надо хорошее. Так, давай спускайся пониже, я посмотрю, что это такое. Это для травоядных. Кстати, листву бы тоже для травоядных. И эту соль надо тоже опять делать. Мало ли, потому что будут трвачи сидеть, я думаю. Им будет приятно, если у них будет соль здесь. И особо никуда им не надо будет. Так, вот так вот. Если, ну, давай сейчас испытаем чисто. Что я поставил, что нет? 1000 более много, 500. 1000 многовато. Я не вижу. Сатается у меня, нет она. Что-то нет ничего вроде. Не ставится ни хрена. А почему? Потому что я подгоняю под эту, наверное, да? Ну-ка, так вот поставится. Че она не ставится? Почему? Не могу поставить все. Ну их ясно, тогда вот так вот на всякий случай удалим просто. Сейчас чем-нибудь другое выберем, что ставится. Сейчас обделаем маленько землю, потому что там больно лысый, нет ничего такого. Так, джунгли. Деревья, ну деревья, конечно, такое себе тут ставить. Или можем поставить. Ну, давай проверим хотя бы, как она будет смотреться. Да она не ставится тут вообще, смотри, не ставится. Не ставится оно здесь. Это надо по одному, короче, делать. Деревья не. Не надо. Ну и это тем более не надо. Лежачий вот можно, типа тут. Лежит, гниет. Вот так вот можно поставить. Вот так вот. Два давай вот так кинем, да? Типа они у нас гниют лежат. Ой, какой здоровый. Кстати, сюда можно, знаешь, что сделать? Каркас пиндюрить. Где он есть вообще?
неправильно писал. Каркас вот есть. И знаешь, какие надо здоровый. 22. Многовато, да, 22 перебор. 12 давай. Вот такие вот. Так вот, раз. Так вот, два. Три. Четыре. И вот тут он, давай, такой вот один. Не, или вот здесь вот лучше давай дальше. Вот так вот продолжим. Каркасики, соответственно, к каркасам что надо? Свечение. Сейчас мы их засветим. Туман. Больно большой туман. Одиночку. Делаем одиночку. Но он тут нам не нужен. Кстати, лаву можно было бы тоже впендюрить. Ну ладно, херс, мы уже водопад поставили. Вот, давай сейчас осветим их так. Ну, чтобы их просто было заметно, что они есть. Вот так вот лежат здесь. Красивые, хорошие. Вот так вот она. Лежат каркасики. Водопад, ну он правда льется, конечно. Не, ну по сути-то из стены льется. Конечно, можно плиту сюда попробовать пиндюрить какую-нибудь. Или не надо лучше. Ну-ка, подожди, сейчас я выйду. Смотрю, как это смотрится с динозавра. Ну-ка, давай, вот я подошел, так смотрю. Да нормально вроде. Ну-ка, тут давай посмотрим. Глянем чисто сейчас. Ну, туман видно сразу, но он и должен быть. Водопад, потому что вытекает это, соответственно, он льется ледяной. И там должен быть туман. Ну, нормально, что, нормально, смотрится огонь. Давай входим дальше, продолжаем наше творчество. Так. Теперь, чем мне заполонить вот это пустое пространство? Ну, не знаю, какой-нибудь мох, что ли? Ну, деревья, конечно, такой себе. Деревья не хочу никакие ставить. А, соль, кстати, вот. Я забыл про наших любимых травоядных, которые будут отдыхать здесь. Им же надо соль, правильно? Нужна. Берем 8. Но везде я ее не буду тут делать, я ее сейчас чисто оставлю прям вот так вот здесь.
уголке так вот, чтобы она не мешалась особо. Тут есть она, и слава богу. Вот, вот так. Тут маленечко соль кинем. У каркасиков. Вот тут вот есть у нас маленькая соль. Чтоб они могли кушать. Давай вот тут вот сейчас пиндюрим тоже. Сальцы, сальцы, сальцы. Делаем такую вот линию, да. Солевой. Солевую эту делаем. Даже можно на стену вот так маленько. Для лора. Ну, соль, потому что она не только на земле, она и на стенах есть. Ну вот и все, ну хватит, я думаю. Так, теперь давай какую-нибудь растительность. Ну, растительность надо та, которая подходит для пещеры. Одуван не надо, у нас тут кристалл есть, одуванчики не нужны. Кактус тоже, это говно. Это для пустыни будет, на другой карте будем пиндюривать кактусы. Тут надо что-нибудь. Ну, это больно крупное, давай мы их убавим. Ротку хотя бы. О! Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Где песок? Вот давай их, да, вот сюда сейчас воткнем. Надо бы, конечно, чем-нибудь новенькое создать. Ну, чтобы не одинаковые были, давай чем-нибудь разненькое, что ли. Вот так вот. Маленькие такие пальмочки. Вот сюда вот поставим. Где песок, чтобы соответствовал. На песке растут пальмы. Каркасик вот так вот. Давай еще каким-нибудь. Их же тут много разных. Это что такое? Не. Вот еще какая-то пальма. Мне это что-то какая-то хрень. Они, ух, высокие уже, да? Высокие пошли пальмы. Давай дальше смотреть. Вот тоже пальмы. Кстати, тоже хорошенькие такие. Каркасики особо загораживать не будем, да? Чтобы их видно было. Тут пальмочки, пальмочки. Разные, разные поставим. О, да что это? Ну вот. Только внизу надо что-нибудь сделать. Трава нужна какая-нибудь. Травка, травка, травка. Ну, камни я тут не хочу делать. Тут и так места мало еще. Засирать все камнями. Так, это что такое? Энергетический куб. Ландшафт попер разный. Кстати, мне интересно, вот вода не ставится вот на эти-то? Может быть, они для воды специально? Ну, я не знаю просто, ну, давай увидимся, проверим вот так. Так, запомним. Шапа планеты, это у нас вот здесь, где мы остановились. Так, давай сейчас водичку
Пиндюрин. Блин, я воду хочу сюда поставить, но... Не знаю как, не знаю. Не ставится она вечно, ну нихуя она не ставится. Ну-ка, если вот так нажму. Ну и чё? Дичь какая-то получается. Не ставится, такая маленькую бы какую-нибудь пиндюрить. Звук, смотри, какой звук издает. Не знаю я пока, как воду ставить, надо учиться. С водой пока проблемы. Шапка планет, вот она у нас. Удаляем просто ее. Все. Так. Давай землю заделать. Так, это что, у нас тоже какая-то хрень? Половина даже не знает, для чего надо-то. Тоже в этом деле надо долго-долго разбираться. Ну-ка, это что у нас? Такой вот можно, да, поставить? Нет? Не лорн будет ни хрена, да? Ракушки. Нет, деревья. Блин, вот это давай попробуем. 1000, ну-ка давай сейчас. Пиндюрим. Не ставится она здесь почему-то, не знаю. Не хочет массы ставиться. Деревья, может, просто нахреначим тут и все. Потому что это ни хрена с водой не выходит. Блин, может, вот на эту вода делается? Надо понять просто, на что ее надо ставить. Булдинг. Вот сюда вот. Смогу поставить воду потом, нет? Так, запомнили. Будинг флор 1. Она же по-любому, ну, для нее нужен какой-то ландшафт, правильно? Чтобы ее можно было поставить воду. Ну, вот так вот, конечно, можно стену ее засунуть. Боговская быть. Не, говно. Говно и не и очень некрасиво прям будет. Где она тут у нас? Вот он, building floor. Удаляем просто их все. Да чем-то низ заделать. Так, буш. Буш. Это у нас обычные кусты, да? На каркас я уже поставил. Это у камни.
камни. Во, вот таким вот можно, да, заделать. О, вот эти кусты делаются. Шикардос, сейчас заделаем. Не все кусты, значит, можно впендюрить. Под разную местность, разные кустики. Все, я понял. Буду знать. Так, ну-ка, вот сюда так заходим. Идем, у нас кустики, да, видите, как раз. Не пустое место-то есть. Травушка-муравушка. Давай ее сейчас тут везде впендюрим. Чтобы лысых не было вот этого ничего, были кустики всякие. Для травоядных тоже полезно. Это, наверное, какие-то специальные кусты, которые на камнях растут надо. Так, ну вроде нормально, да, тут все поставил, вот тут только нет ничего. Так. Тут уже вручную можно доделать, где не хватает. Ну так вроде нормально все. Надо, конечно, ну, что-нибудь новенькое бы поставить. Но у меня есть охрененный план такой здоровый прям. Расскажу вам в конце видоса, что хочу сделать. Так. Вот так вот, ну, нормально. Но все-таки не лысый землян, это зашел. Ну, у тебя растения какие-то есть. Кусты растут, ну, соль какая-то есть. Так, а это что такое? Куб. Можно, кстати, туман сюда еще кинуть. Ну, типа в пещере, ну, холодный осадок. Мистический такой. Что-нибудь впендюрить. Сейчас увидим. Так, что у нас тут вообще? Трясутся какие-то физика 5 када. О, бревно. Давай тоже пиндюрим. Для великов мало ли пригодится. Бревнышки тогда. Вот так вот, пускай будет. Много-то не надо, а так чисто. Да и вот здесь и хватит. Пару бревен. Демон у нас светит сюда. Так, это уже не то. Арка, арка. Не, арку не надо здесь. Тут и так есть укрытие, все есть. Колум, колум, валун. Ну, валуны можно вот пиндюрить. Чтение так, типа.
руда, короче, руда, рудные жилы. Да, вот так рудные жилы висят. Тут вот валунчик поставить. То вот отпендюрим. Вот так вот. А, еще какой? Вот еще могу какой. Поставить можно его. Давай вот так сейчас. Раз. Раз. Вот такие маленькие. Маленькие валуны. Так, а еще тут что какой есть? Есть вот такой вот. Ну, это уже камень. Там хоть на уголь они похожи. Ты смотри, что могу сделать, да? А может вот на нее ставится вода-то у нас, нет? Блин, я все-таки хочу узнать, как поставить воду бы. Знаешь, как это делается? Ну, давай сейчас отсюда вот я попробую. Флора типа делается вот так, да? Для воды. Или нет? Смогу я вот сюда и индюрить. Так, запоминаем, где у нас после валунов голум 55. Переключаем на воду. Давай, поставь водичка. Ну, уже что-то более реалистично, да, получается. Ставится, ты смотри-ка. Ставится, ставится. Ну-ка, если вот так вот. Поровнее только надо было выставить или одну поставить. И все, да, смотри, тут водичка будет. Крутяк. Так, давай тогда ищем, как он там. Волум, голум. Голум 55, а у нас вот эту флору удаляем. Давай одну, но большую. И на нее можно уже будет впендюрить воду. Скорее всего, так и получится. Ну, 12, наверное, перебор, конечно. Прям пипец как перебор. 4. 4 вот нормально, да? Хватит одной ты или нет? Может, побольше маленько? Давай опять попробуем. На пятерку вот уже все. Это прям максималку. Так, давай, знаешь где? Где вот тут поставить лучше? Ну, вот здесь вот где-нибудь, да? Где есть свободное место. Вот тут вот кристалл один мешается, сволочь. Не вижу ни хрена, обзор плохой вообще. Среди пальм так и придется вот сюда вот пиндюрить. Так, теперь давай воду.
Вода, вода, вода. Подогнать. Ну, она, наверное, будет висеть как-то, да? Ну да, вообще как, ну, по-уродски как-то, да. Не, пизду. С водой пока не буду ничего делать. А где у нас там голым 55? Ищем, ищем, что планеты это у нас? Кусты, а мы где-то ниже туда. Флора потом ниже. Блин, тут хер найдешь себе, попробуй найди где тут. Ну там должен быть голым 55 рядом. Голым 55 где? Пятьдесят пять, ты где у нас минерал? Это мы ставили, потом мы ниже шли. Все потерялся, пипец. Каркас, вот мы проходили, вот после этой должно где-то быть. Абстракции нет. Кубы это тоже проходили. Голум 55. Все, я потерял ее, короче, где тут она? Так, ладно, давай тогда сделаем так. Она должна быть где-то тут. Нет, как она, ну, называется-то, епрст. Да ладно, короче, сейчас удалим так, только не задеть бы эти. Вот и все нормально. А сюда он может что-нибудь пеньюрить. Блин, посмотри, какая есть, да, флора? Голум 55, вот он как раз вот этот вот. Вот такая темная вообще есть. Флора 3.
Давай-ка сейчас, знаешь, как вот так поставим ее. Вот так вот. Еще разок, конечно, попытаемся. Еще разочек. Пиндюрить воду сюда выйдет, нет? Не, с водой тут точно надо разбираться как-то. Вот смотри, как-то она по-чурецки делается. Нет, то тогда я сейчас по-другому сделаю, знаешь как? Где у меня каркас? Ой, нет, этот. Кристалл не такой, а на камне, который есть. Да где ты, ёпарасоты? О! И вот сюда вот я сейчас сделаю вот так, подогнать под уровень. Вот так вот поставлю. Вот так вот пиндюри, вот так вот. И вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь берем так вот. Где? Нет, тоже. Где такая же ты розовая-то? Не. О. Ну, давай вот так вот сейчас. Да или не будем, пускай просто так будет. Так. Тут, конечно, кристаллов, блин, до хрена в эту пещеру забубенил. Так, тут мне грибы. Да пофигу, ну, пускай будет. Очень много, блин, много я задел кристаллов. Зонт, ну-ка, что за зонт? Ромашки. Какой каркас? Мухоморов можно для отравов пиндюрить. Так, это камни у нас пошли, разный тропик. Ну, давай тут это вот такие вот деревицы подпекаем маленько, да? Так, да, повыше поднимись. Для антуража. Ну, конечно, что-нибудь хорошее поставить. Но этому надо всему обучаться. Сейчас пока есть, вот как есть, так и впендюрю. Но все равно более-менее получилось. Деревцы маленечко сейчас вот так вот, да? Непроходимый лес такой впендюрю. Кристаллики, деревья. Ну что еще надо? Медиум один. Давай другие поставим еще. Но этот видос долгий, походу, получится. Ну а что, я вчера тоже делал, я сколько там это просидел? Часа два с половиной, а то и больше, наверное. Это дело такое увлекательное, то есть зашел, как начал делать, и все. Зависать можно жестко. Но у меня пипец, тут какие-то папоротники, ну, если так вот глянуть.
непроходимые вообще какие-то эти дебри. Кусты, кусты, кусты. А, кстати, я хотел этот водопад пиндюрить, попробовать. Да не эту хрень, мне какую-то кашу. Дай мне водопад, где он? Не водопад, туман, 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 мап. Вот он, туман, туман, туман. Мистическую такую эту впендюрим сейчас, да. Ну а чё? Прикольно будет сейчас аристел. Угар вообще. Что-то он больно здоровый какой-то делается. Надо бы поменьше. Да, тут давай поменьше 0,5. Можешь? Чтобы был чуточку поменьше, а то не влазит. За экран влазит. Сейчас я туман добавлю. Туманная такая местность будет. Во. Но тут оно по сути и должно быть туманное. Ну, от холодной воды, потому что если это, соответственно, создается конденсат, вода оседает, становится прохладно и появляется туман. Например, как так. Ну во, чё, вроде более-менее так впендюрил, ну-ка. Со стороны, если гляну, чё, здесь ещё поставлю. Ой, улез больно далеко. Ну, деревья, конечно, вот эти уже более кучные такие делаются. Водопадик есть. Туман есть. Дьявол тут у нас висит. На него этот туман как-нибудь да повесить такой. Ва-а-а, мистический. Не, дичь получится. Жесткая причем. Так. Понятно, туман впендюрили. Кстати, тут же лава есть, да? Водопад типа лавы. Нету? Это что такое? Водичка. Лаву, кстати, на дно можно впендюрить. Но это будет нереалистично. Так, ну-ка, давай-ка я сейчас выйду. Но мы еще продолжим с этой пещеры просто за одно видео. Ну, это все не сможем сделать. Это все, ну, очень долго тут делаем. Я тут еще и сделаю. Ну, а что, нормально такая? Ну-ка, жрать можно? Ну, да, деревья можно жрать. Да и траву можно. Кристаллов, правда, больно много поставил. Ну, это уголь типа валяется. Водопад льется. Туманчик везде такой.
Ну, привет, привет. Да, на этом давайте завершим. Мы еще продолжим тут встраивать, так, как говорится. Мы еще тут ни хрена не закончили. Тут еще есть над чем это поработать. Много мест, но уже время прошло. Очень много прошло. Надо завяз. Надо еще показать, что я вчера. Ну, сам сидел. Сейчас мы туда сбегаем, я вам покажу. Но она еще не доделана. Не доделана пещеру, надо еще доделывать. Да я даже, может, ее вечером сегодня доделаю сам. А вам потом уже покажу опять, что я сделал. А сейчас пойдемте посмотрим на построечку, на мою какую красивую. Так, давай только без вопросов, потому что я далеко, вот и висит вопросик. Сейчас я вам покажу, что я там сделал. Сейчас я покажу. Горное озеро я отредактировал там. Светящийся камень туда поставил. А вот сейчас ночью это вообще огонь будет. Сейчас вы все увидите. Сейчас мы туда прибежим. Ну, оно рядом, тут близко. Так что заходите на сервер, играть, раститесь. А мы его потихонечку будем реставрировать. Ну, саму карту имеет. Каркасов тут много везде валяется, он какие-то здоровые. Вон, раз каркас, два. Ну, одни каркасы, так что здесь даже при низком онлайне спокойно сможете выжить. А мы потихонечку вместе с вами будем реставрировать. Ну, соответственно, если вы смотрите видео, это значит, вы уделяете время. А это значит, вы уже присутствуете при реставрации всяких прудов, пещер, там 50. Много чего будем делать. Я и за кадром тоже буду делать. Покажу потом, чего и как сделал. Ну, потому что вот, например, есть что-то глобальное делать, это, ну, очень-очень долго надо. Ну, то есть, ну, это видео за 3, за 4 только построишь. А у меня есть один охрененный план, сейчас я вам скажу. Покажу, точнее, что я хочу сделать. Только надо будет разобраться, как лучше это еще сделать. Тут потому что неизвестность. Я хочу построить мост. Мост очень-очень длинный, здоровый мост через океан. Начинаться, ну, примерно вот отсюда, наверное. Ну, то есть вот лестница будет на заход такой и сразу до того острова. Ну, то есть это надо будет со дна моря попендюрить
балки здоровые поставить и уже состыковывать потом эти плиты и туда вести. Но это я хочу, конечно, это попробовать, но посмотрим, может и не получится, хер его знает, я же тоже неопытный строитель, так что. Так, ну ей я отвечать не буду, там какой у тебя рост, это почему ни хрена не видно аватары. Ну, аватар, потому что не видно, потому что я за 10 миль от тебя. Это уже и все давным-давно не знают. Рост у меня маленький. Мне некогда, я бегу, бегу показать свое творение. Ну, видео получится жирным, долгим. И то мы еще пещеру не доделали, там еще не все. С ней прощаться еще не будем, мы еще туда вернемся. Вот, горный озеро или горный пруд, как он называется. Вот я его вчера делал, я вот это часа 2-3, наверное. Добавил сюда растительности, светящийся камень впендюрил, соответственно, ну эти поставил, чтобы меги велики могли туда запрыгнуть. Для травоядных опять же впендюрил везде соль, одуванчики, ромашки, кустики тоже вот такие вот. Деревьев маленько добавил разных. Ну, два вот самых огромных поставил дерево. Смотри, здорово. Растительности добавил везде, вот сами видите. Ну, камень вот как, это как сияющий маяк, можно сказать. Охрененно. Мне нравится, по крайней мере. Ну, чё ты, парень? Зайди тут ровно. Кустики вот сюда тоже пендюрил. Деревцев добавил тоже. Ну, то есть, вот как до этого был, ну, это заходишь на тут лысые поля, и на ничего нет. И что сейчас вот? Мне кажется, это большая разница. Довольно лучше сейчас. Намного лучше. Охрененный камень такой яркий прям. Машки, лоры всякие. Вот тут я добавил вот эти мелкие вон. Везде вообще, даже вот сюда уходишь, вон они везде. Так что, если тебе это понравилось, ставь лайкосик 100%. Все-таки старался, делал 2-3 часа, наверное. Ну, я, конечно, не профессионал в этом деле. Попытался, но зато вот прям заходишь сюда, аж радуется душа. Это вот мое творение, вот я создал, настроил. Но мы еще в этом деле разберемся, говорит, там надо разбираться по строительству. Потому что я не могу поставить воду, вот, например. Я не знаю, там надо сначала делать какой-то ландшафт, наверное. А на этот ландшафт уже потом делается эта вода. Скорее всего, вот, по-любому так и есть. Ну, заходишь вот сюда, тут, смотри, какая красотища, да? Деревья такие вот. Туман, кстати, можем... Нет, ну, уже тут этот туман, это уже перебор. Это будет перебор. Вот тоже я новенький поставил, вот эти новенькие. Ну, это все можно есть.
И елки тоже можно. Все естся довольно-таки быстро и вкусно. Для травоядных, то есть, ну вообще рай. Для великов тоже охрененно. Для птер, великов. Просто имба вообще здесь будет. Вот и все. Все я показал. С пещерой мы еще не закончили. Мы потом еще продолжим. Надо ее обделать прям как следует вообще. А сейчас давайте на этом закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про колокольчик. Я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем до встречи. Всем пока. Переходите на наш сервер, играйте, развивайтесь, раститесь.